Ребята, всем привет, с вами Александр, мир юрского периода, The Game, и давненько я ждал Колосса 0.4, это у нас все всякие там Омеги, Трицератопсы, вообще-то я еще жду Альфу. Альфу жду, Саламандру жду, да, а Омеги, точнее Колосса у нас, наверное, был всего лишь один раз. Ну, что-то мне так кажется. Максимум 2, а скорее всего это и есть второй раз. Итак, надеюсь, мы еще туда успеваем. Я уже одну битву провел, но такими совсем дохлыми диносами. Точнее, ну, рептилиями, тут даже не рептилиями, тут и черепахи, и какие-то аммониты, моллюски, все, что хочешь у нас здесь есть. Так, и у нас третий уровень босса, 2000 жизней. Давайте самых сильных мы отложим на потом. Допустим, вот раз, два... Вот три. В общем, сейчас мы пойдем тогда сходим вот этими тремя ребятами. А потом пойдем тремя рифовыми. Такой вот у нас план. Вот. Два боя. Блин, ну класс. Прикольно выглядит. Я уже соскучился за этой мега-супер-пупер акулой. Давайте поднакопимся. Блин, зубы вообще уродливые такие. Как будто бы там это не зубы, а какие-то наросты. Так, ну это третий уровень, как вы видите. Я уже там вообще, я взял каких-то редких или супер редких, дохлых, короче, диносов. И вот так неплохо, короче, его продемажил. Так, ну... Это у нас как... Магма мегалодон, вот так вот я бы даже сказал. Точно, он как будто бы расплавленный. Так, что-то у него жизни вообще фонарь добавилось. Укус вырос, а жизни как было фигня, так и осталась фигня. Так, у него, надеюсь, ничего там не осталось. Блин, один остался, ладно. Уа, получи пощечину. Ну он какой, смотри, какой гигантский. Какой гигантский колосс. Ну да, колосс это... И означает гигант в некотором роде. Ну, я тут не буду пытаться там шибко, короче, как-то далеко пройти. Мне просто интересно на него посмотреть с разными противниками. У него было 7, проатаковал на 5. На этот раз я все посчитал. А, блин, а почему я взял Артакантуса? Вот это прикольно. Да. Я его пробил. 2 сверху. Блин, я только что, по-моему, один раз не дожал, да? Не, хватило. Ух, я думал, промахнулся. Один раз не пожался, поставил в защиту. Блин, хотел, я же хотел взять водного плотозавра, блин. Как-то я так промахнулся. Так, ну все, теперь мы полностью атакуем, иначе нам кобздец. Мегалодонич, бедолага. Так, ну, понятно, нас атакуют по полной. Так, супер удар, кстати, первый раз видим. Ух ты, прям какое-то сияние, насколько он резкий. И у нас там лазерная оградочка. Интересно, как лазеры вообще под водой работать? Они бы не работали под водой. Они бы теряли свою энергию. То есть, ну, вода бы вскипала и все. Все, больше ничего не выполнили, ладно. Блин, да, вот. Артакантус. Он раньше не был на первом месте, по-моему. По-моему, там был хайнозавр. Короче, что-то поменялось. У них абсолютно одинаковые показатели с хайнозавром стали. Это явно какой-то глюк. Что-то я такого не замечал раньше. Что, пофиксили Артакантуса? Стопудово пофиксили. Надо видео пересмотреть старое, ребятки. А вы напишите в комментариях. То есть, ну, пофиксили Артакантуса? Какие у него были показатели раньше? Так, ну а теперь? А теперь. У него, ну, сила удара такая себе. Давайте возьмем. У Муника возьмем. Смотрите, эти стали одинаковые. Генодус и... Что-то вообще, ну, тупо одинаковые.
Да, вроде не было такого. Ну вот так вот. Возьмем рифовых и погнали. Это очень легкий босс. Ну, раз мы вот так легко дошли до 7-го и легко пробьем 8-го, у него мало просто жизни. Очень медленно растут показатели. Ну, по косарю он бьет все равно. Это уже больно. Ну, посмотрим, сможем ли мы хотя бы одного пробить сейчас. Два должны выдержать. Блин, такой крохотка, блин, а какой крохотка у мунозаврик против этого монстра. Но он плохо прорисован. Если у нас у мунозавр, как видите, он и хайнозавр четко нарисован, то есть он не замылен. Такая же фигня у нас с архелоном. Архелон четко прорисован, а вот многие другие динозавры, они... Смотрите, что с глазом творится. На глаза посмотрите. А многие другие динозавры так вот замылены, вот как мегалодон. То есть он сливается, как будто бы он в воде, а вот у мунозавр не в воде. Вот смотрите, глаза как они... Как болтаются глаза. Это прикольно. Да он вообще реально тут с разгона залетает туда аж несколько монозавров и все. Так, что теперь? Раз, два, три. Да, пробили. Вообще, ну, это где такое видно было, чтобы мы дошли там до 8-го босса или там 9-го? Чуть ли не сходу. Если бы я сходу взял самых сильных, я бы дошел, наверное, до 7-го бы легко. Так, ну я его сейчас тоже пробью. 10-й босс. Увидим 10-го босса. Ну, так, я правда вот не посчитал, сколько у него было баллов. Ну, ладно, думаю так. Лишний, наверное, да? Так, последний удар от Ромалиозавра. И да, у него ничего не было. А, был вот один балл, был, все правильно. 5-2, я выдержу. Неужто ли мы еще одного пробьем? 11-й мегалодон, это вообще было легко. Дойти до 11-го уровня. Ну, видите, опять же, аромализал, классно прорисован, а мегалодон у нас четкости не хватает. Надо, кстати, поймать вот этот кадр, может получится, когда он открывал пасть, какую-то красивую картиночку сделать. Ну, урон, да, мы нанесли ему совсем понтовый, по сравнению с динозаврами. Там идут очки, счет на сотни тысяч, а здесь всего лишь там мелочь-то какая. Но ничего, этого более чем достаточно, чтобы получить нам еще одну статуэточку. Давайте мы сюда зайдем, глянем. Вот наша статуэтка. Вот так вот. Ну, довольно симпатично. Но опять же, альфа-альфа есть. Мне не хватает Джаггернаута. Ну все. На этом, ребятки, с вами прощаюсь. До скорых встреч.